Привет, народ! Годзилла не в Чикаго, и Millennium Park организует весь июнь концерты. Здесь приятная атмосфера и хорошая музыка, много места, можно поиграть в мяч и поиграть в кича, побегать в кича и расстелить пикник. С вами дружеская атмосфера и Millennium Park. Millennium Park. Левитировать людей в руке. С вами Владимир Кипосовский. Последние новости из Чикаго. Годзилла еще не разрушил город. Yeah.